Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, канал Геймплей Ностальгия. Меня зовут Александр Маженок, и мы продолжаем Бэтмена проходить. Вот сюда нам сейчас надо вернуться в пещеру, чтобы вывести формулу противотитанного препарата. В прошлой серии мы Крока уничтожили, так скажем. Ну как уничтожили? Я не думаю, что уничтожен, он просто отдыхать ушел. Вот, куда подальше, и сейчас нам нужно возвращаться, по-моему, скорее всего, это в нашу пещеру нам надо вернуться, где наш, так скажем, наша база с вами находится. Вот туда и нам и надо вернуться. Такс, я вообще правильно иду? Нет, я вот как раз-таки иду неправильно. Мне, значит, нужно идти вот туда. Возвращаемся назад. Или нет? Или я все-таки правильно шел? Я что-то до конца не понял. Да, я все-таки шел правильно. Немножко перепутал. Знаете, чего не хватает в этом Бэтмене? В этом Бэтмене не хватает мини-карта. Постоянно на тап нажимаешь, чтобы узнать, куда тебе нужно идти. Вот сюда нам сейчас. Давайте сразу проверим, нету ли здесь врагов. Враги есть, ну куда же без них, да. Мы сразу возьмем мультибетаранг. Ничего. Хакер говорил, что Бэтмена... Эй, давай убери там свою шнягу. Так. Срабатывает эта контратака с первого раза почему-то. Какие-то живучие стали персонажи здесь. Добили. Так, а это что такое? Мне это не нравится. То, что начинает все. Ты тоже это ощутил. Растения сходят с ума. Сейсмическая активность зафиксирована во всех локациях. Это нехорошо. Ничего. Образцы у меня. Я возвращаюсь в пещеру. Нужно изготовить противоядие. Хорошо. Я бы поторопила тебя, но уверена, ты свое дело знаешь. Свяжись со мной из пещеры, если понадобится помощь. Хорошо. Только мы сейчас вон... Сейчас мы приз Лидлера заберем с вами, дорогие друзья. Я просто хотел эту включить штучку. Ага, доступен новый приз Крок-убийца. Так, а в какую нам теперь сторону? Нам сюда вообще, по сути, надо, да? Угу. Теперь вот сюда. И вот наша пещера. Такс. Двери. Сканировать и открыть. Вот никто его секретную базу не может найти.
Интересно, да? Так. Я просто думал, мало ли я что-то здесь подозрительное могу найти. Так. Как дела с противоядием? Почти готово. Но это сложнее, чем я предполагал. Процесс крайне медленный. И в результате получается малое количество противоядия. А хорошие новости есть? Препарат точно остановит плюща. Кроме этого, возможно, он обратит трансформацию, вызванную титаном. Я запрограммировал компьютер на дальнейшее производство. Но мне нужно вернуться к поискам плюща. Слава богу, ее растения уже добрались до реки Готэм. Твою мать. Плющ все-таки будет нашим боссом. Брюс, что с тобой? Да-да-да. Все хорошо. Новое приспособление у нас с вами, и это Ультра Бэт Коготь. Улучшенное снаряжение для Бэт Когтя позволяет выпускать 3 крюка одновременно. Позволяет разрушать непрочные стены, на которые трудно нанести взрывчатый гель. Вот эта штука, о которой я почему-то не знал и не догадался вообще. Где я, помните, я говорил, что трудно там, вообще невозможно взрывчатый гель нанести. Вот оно, вот оно. Такс. Не дать растениям плюща уничтожить остров. Ага, ну это-то я понял. Но куда нам идти? Вот в чем вопрос. Угу. Этот путь перекрыт растениями. Нужно найти другой... Ага, нужно найти другой путь. Так. Хорошо. Дали мне задачку. Придется ее решать. Этот путь перекрыт растениями. Нужно найти другой выход. Следуйте. Хорошо. Так. Ультра Бэт Коготь. Хорошо, давайте вот здесь попробуем его вынести стену. Так. Вынесли стену. Отлично. Угу. Попаркурим немножечко, да? Ужасно долго сейчас будет путешествие. Ну что поделать? Придется. Придется. Ага, только вот у меня вопрос. Я долечу вообще до туда, нет? По-моему, должен я долететь. Тут даже загадка Ридлера есть, офигеть. Новое достижение. Так, ну сейчас, походу, нам придется применять все наши штуки и дрюки, которые мы открывали с вами ранее. Какое интересное строение камня здесь, дорогие друзья. Кстати, интересненько. Вот здесь бы неплохо было бы сюда
Крис Лидлера зашибенить. Но мы видим, что здесь нету его, а здесь просто можно сделать красивенький пейзаж, да? Так. Теперь туда, да? Еще один приз Лидлера. Стали доступны испытания рекордсмен экстрим. Ага. Теперь сюда. Хм. Интересно, дорогие друзья. Вот этот камень так интересно сделали, как будто просто текстуру растянули до самого низа. Так, я дальше не знаю, куда мне идти. Ну, типа, вот я долечу до туда, да? И то, если я долечу. Получилось? Да, получилось. Наверное. Нет, не получилось у меня на самом деле. Ни хрена. Да опять я долечу, попытается, получается, до сюда. Ну, как все сложно-то, дорогие друзья. Не так-то это все и просто, как кажется-то на самом деле. Так. Вот вроде бы... Вроде пролетаю, а вроде ни хрена. Так. Я походу понял, что нам надо сделать. Все-таки наверх нам надо забираться. Потому что сверху будет круче до туда долететь. Такс. Все верно. Все верно. И теперь... Немножечко не так. Теперь вот... Сюда. Ага. А теперь ты мне куда? Интересный вопрос. Ага. Теперь по канализации, да? Получается. Канализации в эту сторону. Хорошо. Бэтмен, я смоделировала ситуацию, когда растения плюща добираются до Готэма, и подсчитала предполагаемый ущерб. Так далеко. Они не зайдут. Противоядие остановит и растения, и плюща. Надеюсь, ты прав. Я здесь, если понадоблюсь. Так, но мне до сих пор не показано, куда выйти. Видимо, вот сюда. Твою мать, все равно попало. Посмотри, что творится, а.
уничтожили. Араку, у нас новая проблема. Что такое? Двуликий? Ридлер? Какой-нибудь гигантский робот Джокера? Боюсь, все намного сложнее. Я у главного коллектора. Похоже, он отравлен Титаном. Зачем? Что он теперь задумал? Попробую разобраться. Так, очередное улучшение. И на этот раз я, наверное, суперусилитель комбо откачаю, дорогие друзья. А дальше, наверное, пойдем вот так. Улучшение брони 4. А потом уже будем батаранги и все остальное улучшать. Визию. Долбанные стручки. Так, куда на этот раз мне забраться? Здесь же у нас с вами все поломано, да? Я думал, что найти их будет просто. Похоже, я ошибся. Так. Немножко сейчас непонятно, дорогие друзья, как мне действовать дальше. Забыл просто. Так, ладно. Стручок уничтожили. Идем дальше. Титан вызывает коррозию, но не должен испортить костюм. Что-нибудь выяснилось? Не знаю, как и сказать. Просто скажи. Джокер закачивает сюда отходы производства Титана. По сути, это природный резервуар. Как только он наполнится, вся вода попадет в реку Готэм. Обычно это безопасно, но... Но сейчас там полно Титана. Как мне это остановить? Работаю над этим. Твою мать. Понял. Не получается. Здесь опять этот стручок. Вон он. Твою мать. Не успеваю я все сразу делать. Давайте. Блин, этот лабиринт — это самое, наверное, сложное, что здесь было вообще в игре. Не считая боссов. Это мы поломали. Идем дальше. Я уже почти... Я, по-моему, все здесь оставшиеся призы Лидлера забрал. Которые ранее мне были недоступны. Здесь три пункта управления. Первый прямо над тобой. Значит, я отключу все. Что будет, если Титан доберется до Готэма? Не доберется. Не дать Джокеру отравить реку. Хорошо. То есть, вон оно тебе как, да? А что она делает? Я тебе не пофиг. Но моя мама живет прямо у доков. Знаю. Все в курсе. Придержи язык. Смей так говорить. Я тебя убью и не моргну, понял? Да он просто прикалывается. Джокер говорит, от этого вреда не будет. Да
сколько в жизни слова правды не сказал. Ты видел, что гигант делает с людьми? Прощает мозгу! Твоя мама! Ага. Я понял, что я сейчас с вами сделаю. Отлично. А теперь мы сделаем вот так. Моя. А, здесь еще не все секреты найдены, да? Карта хорошо поможет тебе, Бэтмен. Беседа с пациентом Уэйлен Джонс. Прогресс идет медленно. Что случилось в том доме? Ничего личного. Бизнес? Интересно, для какого бизнеса результат в виде дома, полного изуродованных тел, обычное дело? Не люблю, когда тратят мое время. Кое-кто мне задолжал. Надо было их проучить. Вот и все. Поэтому ты убил их. Разорвал их тела. Полиции так и не удалось найти все фрагменты. Надо было в канализацию заглянуть. Хочешь сказать, что там их спрятал? Немного позже. Обычно у меня на это уходит часов 8. Пора идти, Кроп. Вставай! Интересно, вот знаете, вот сколько я уже аудиозаписи в Бэтмене прослушал, некоторые, так скажем, убийцы-заключенные, которые здесь были, которые допрашивали, очень откровенно об этом всем рассказывают. То есть они не скрывают того, что они, конечно же, совершили, но они очень подробно рассказывают, как они это делали. Ну, повеселись напоследок. Видимо, наверное, чтобы испугались их еще больше. Только так и стреляю. Ну да, слыхал. Такс. Уже легче намного становится их убивать, потому что есть более крутые штуки. Он внизу рядом с вами. Выставляет вас идиотами. Три двери закрытых. Интересно. Что дальше у нас? Две стороны. Отключить насосы в западном и в восточном залах. Уху. Хорошо. Блин, долбаные эти челюсти. Ух, йо, оперный театр. Вас тут довольно много. Хорошо. А потом что было? Перевернул его вверх ногами. Он здесь! Он выставляет вас на посмешище. Но я вас не для этого нанимал! Остановите его! Убарагивайся, идиот! Хотите, чтобы я пошел дальше? Хотите, чтобы я к вам? Так. Прошу прощения, что я сейчас, дорогие друзья, молчу, но хотелось бы... Видите сейчас, как напряженно здесь. Сейчас я тебя порежу. Поворачивайся, идиот! Блин, почему она их не глушит? Вот это мне самое странное. Поворачивайся, идиот!
Не, погода, погода, я сейчас подохну. У тебя скоро вся морда будет в крови. Жестко. Хочу поблагодарить за поддержку моих поклонников, жителей. Ну давайте попробуем заранее спланировать атаку. А потом что было? Перевернул его вверх на... Один с электрошокером, один с ножом, один с автоматом. Остальные обычные. Их можно попробовать сбить в эти насосы и их задавят к ебеням. Ему это сошло с рук? Так. Меня за идиота держишь. Когда я узнал, что бабок у него не осталось, я вырезал ему почки. Печень. Еще кое-что не знаю точно, как называется. Он здесь! Он представляет вас в посмешище. Конечно, это... Но я вас не для этого нанимал! Остановите его! Что я? Хотите, чтобы я пошел в карты? Хотите, чтобы я думал? Так, с ножом должно было убить. Блин. Знаете, как руки устают? Когда ты пытаешься сосредоточиться на всех персонажах разом, рука, которая тыкает мышку, начинает очень жестко уставать. Блин, если бы я был бы на геймпаде, было бы куда проще. Но, к сожалению, у нас мышка с клавиатурой, поэтому ничего не остается, кроме того, как долбить так. Долбанный автоматчик, сука. Сейчас мы тебя подберем. Отлично! Фу, посмотрите, сколько у меня здоровья осталось. Это ужас. Охереть просто можно. Видите, у Бэтмена тоже правая рука устала. Видимо, он ей больше всего ж бьет. Так, куда теперь? Управление насосом, эти системы... А их можно отключить же, да? Да, их можно отключить. Так, давайте сделаем сразу. Так. Первый насос отключен. Отлично. Осталось два. Так, и этот осталось отключить. Оракул, второй насос отключен. Остался последний. Остался последний. И где же ты? Не этот. Сюда не заходит. Видимо, последний как раз находится в западном, да? Да. Восточный зал, получается, у нас последний. Где нужно еще отключить насос? У нас там с вами, дорогие друзья, аудиозапись. Давайте послушаем. Беседа с пациентом. Уэйлен Джонс также.
также известен как Кроп-убийца. Вчера вечером пациента пришлось усмирить при попытке побега. Охранник Аарон Кэш госпитализирован. Согласно отчетам, пациент напал на Кэша и проглотил его левую руку. Кэшу повезло, что он остался в живых. Он потерял много крови. Я тоже. Чуть не поперхнулся его костлявой ручонкой. Это отвратительно. Он мог погибнуть. Он просто жрачка. А если я что-то распробовал, хочу доесть до конца. Понятно? Уберите его отсюда. Сейчас же. Твой след я тоже взял, дамочка. Еще увидимся. Тик-так, тик-так. Хереть просто можно. Ладно. Ладно. Такс, возвращаемся. Когда же у нас уже... Когда же мы уже все это закончим-то, а? Мне уже самому не терпится разобраться с Джокером. Вы меня совсем не слушаете! Я велю его остановить! А вы его пропускаете! Старайтесь лучше, или... Да, Джокер в недоумении вообще, как такое происходит. Он просит остановить меня, а выходит все наоборот. Так, погодите-ка, окно наблюдения за трубой. Вода заражена титановым токсином. Контакт с водой может быть смертелен. А-а-а. Даже так. Ух, ёперный ты театр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть чуваков с автоматами.